Все мы любим слушать истории, а интересная история, как маленькая жизнь, в которой есть начало, герой, сюжет, обстоятельства и концовка, как правило, оригинальная и неожиданная. Особенно, если это интересная история о вашей малой родине, очень давняя и увлекательная, рассказанная или инсценированная. В молодежно-библиотечном центре «Мост» началась реализация социально-культурного проекта «Город Н», который направлен на привлечение детей к изучению истории и культуры Сланцевского района. В рамках проекта запланировано 9 различных тем, которые будут проходить раз в месяц. Наш кревет Тамара Арнольдовна Павлова проведет лекции для ребят, и после по полученным материалам ребята будут перерабатывать его и адаптировать эту информацию о истории нашей малой родины для детей примерно 5 класса. Реализация проекта идет в хронологическом порядке. Уже прошла первая встреча краеведа Тамары Павловой и волонтеров, которые помогают в реализации этого уникального замысла. Темой первой лекции была посвящена княгине Ольге. И вот буквально пару дней назад мы ездили в центр «Мечта» и для деток проводили такое интерактивное мероприятие, в котором и мы с ними общались, и они думали, и в игровой форме рассказывали о княгине Ольге, как она появилась на нашей земле. Нас порадовало, что они уже что-то знали, и они высказывали различные свои предположения, и мы надеемся, что после нашего мероприятия у них сложилась такая общая картинка о вот том древнем времени, о первых князьях, и в том числе княгине Ольге. Насколько она была противоречивым человеком, и насколько было тогда вот сложное время. В то время, когда она была язычницей, она сожгла, отомстила за смерть мужа, да, сожгла город большой, и причем очень таким хитрым способом, да, но став христианкой, сколько она совершила добрых дел, и мы очень много с ребятами спорим. И как вот это было интереснее преподнести детям, да, довольно жестокий поступок и много ее хороших дел. Следующая лекция посвящена ледовому побоищу, противостоянию на Нарвских берегах и временам Александра Невского. Как волонтеры города Н будут реализовывать на практике эту тему? Может быть, в качестве мастер-класса, может быть, творческого какого-то представления с костюмами, может быть, это в виде какой-то интеллектуальной игры там, или брейринга. То есть мы вот как послушаем, с ребятами соберемся и подумаем. Помимо того, что мы рассказываем, показываем ребятам, мы хотим, чтобы ребята еще и съездили на место исторического события. Вот, наверное, самая главная изюминка этого проекта. И по каждой теме, например, мы там поедем на Ольгин крест, вот, да, там, на места, приближенные вот к ледовому побоищу. Всего в проекте «Город Н» задействовано 15 волонтеров. Это инициативные старшеклассники нашего города, которым интересна история Сланцевского района. И они готовы на смелые творческие эксперименты. Конечно, мы переживали, что они скажут, да, мы готовы там заниматься, на самом деле это раз-два, и все, они не будут приходить, но вот мы уже полтора месяца занимаемся, и у них интерес в глазах все больше и больше. Проект мы реализуем до 31 мая 2016 года. Ну и, конечно же, мы посмотрим, как у нас, какой будет отклик и у ребят, и у детей, для которых мы будем проводить мероприятия. И надеемся, что в следующем уже году, в сентябре месяце, мы уже будем добавлять новые темы, это уже будет более такой широкий проект.